Что касается соцсетей, хочу вам рассказать одну поучительную историю, которая произошла со мной. В свое время, еще до трагедии, до того, как я сломал позвоночник в результате покушения, я был зарегистрирован в живом журнале, если вы знаете такой. И там писал свои посты. А потом, когда случилась трагедия, я оказался в клинике. Как вы помните, пролежал там 1,5 года парализованный. И за мной ухаживали девчонки, а врачи постарались поставить на ноги. И вот я попросил девчат, когда научился говорить, а долгое время вообще не мог разговаривать, мне принесли мой ноутбук, и я надиктовывал записи. И первый же день мне снится сон. Словно я с одной стороны глубочайшего оврага, на другую его сторону строю огромный мост для того, чтобы по нему люди могли перейти на другую сторону, спасаясь от чего-то опасного для себя. И тут же появляется, вдруг откуда ни возьмись, черная здоровая машина с мощнейшими прожекторами. И сверху слышится голос: «Прыгай быстро на дно оврага, прячься, они тебя ищут, хотят уничтожить». Я прыгаю вниз, прячусь за камнями, за кустами. А эта машина лучами своего прожектора шарит по дну оврага. Долго она меня искала, но так и не смогла найти. Потом я проснулся. Когда проснулся, понял, что зря я вышел в социальную сеть. Так вот, ребят, еще раз повторю то, что говорил в предыдущем видео. Социальная сеть – это не только система контроля над вами. Это еще и система воздействия. И, уверяю вас, это нет спецслужбы. Это что-то другое. Гораздо более сильные, имеющие скорее природу многоинформационную, метафизическую. Что это, сказать точно не могу и даже гадать не собираюсь. Но точно знаю, что она за всеми людьми, кто следует духовным путем и хотел бы того же самого добиться в окружающем их мире, эти силы контролируют, покоя никогда не оставит. Если будет малейшая возможность уничтожить, уничтожит. Я бы сейчас, наверное, не выходил в соцсети, но, как понимаете, у меня выбора нет. У меня есть миссия, которую я должен выполнять, и единственный способ – это как раз социальные сети. Так что я постоянно буду испытывать на себе это чувство и воздействия, и контроля. Благо, благодаря своим ошибкам, трагическим, я наконец-то стал понимать, как нужно правильно от них защищаться, по крайней мере до определенного этапа, а уж дальше пусть Всевышний решает. Так.